Путешествие второе. Марианская впадина. День третий. Мы продолжаем серию репортажей о попытке конюха Федорова совершить погружение в Марианскую впадину с помощью медного таза и чугунной болванки. Сейчас происходит пробное погружение. С помощью двух моряков конюх был выброшен за борт, и сейчас его удерживают на глубине 2 метра багром и веслами, чтобы проверить связь. Я опускаю в воду фонендоскоп. Алло, конюх, вы меня слышите? Прекрасно, прекрасно, связь есть. Хотя пока не очень понятно, что говорит наш путешественник. Конюх, как самочувствие? Поднимай меня быстро, а то задохнусь. Все еще не понимаю. Возможно, Федоров интересуется, что это за плавники и хвосты появились над водой рядом с местом погружения. Прервем погружение и выясним, что же хочет сказать наш великий современник. Дай весло, дай быстро весло. На, скотина, забастай, а? На, зараза, ногу укусила. Ну что, конюх, как первые ощущения? Да так себе, там же, оказывается, воздуха нет совсем. А еще эти акулы. Надо будет москитолом намазаться и укус этот продезинфицировать. Думаю, 2 бутылки водки хватит. 2? Согласен, корреспондент, 3. Это ж не комар, чуть ногу не оттяпал, а? У меня их, правда, 2, но все равно жалко. Я же ими хожу, вот. Но я тоже ее шваркнул, ты же видел, а? Да.